Для координации наших действий мы с Павлухой использовали вот такие вот переговорные устройства. Называется Cardiff Recon 2X. Это уникальное устройство, которое интегрируется прямо тебе в шлем и дает тебе возможность свободно общаться до 20 человек. Мало того, в этом устройстве, ребята, очень крутые наушники. То есть можно ехать и слушать музыку, и причем прям качественно все это звучит. Мало того, очень легкое управление, интуитивно все понятно. Все это подключается к вашему смартфону, и не надо вот там тыкать много раз, чтобы найти себе оппонента или еще как-то. Такое устройство продается в Байкленде, мы себе купили и получаем удовольствие. Даже думаем поставить себе такие в шлема эндуро, чтобы получать удовольствие вдвойне. Например, едешь на тренировки, включил музончик и кайфуешь, потому что звук действительно качественный. Мало того, увидел Павлуху, перекинулся пару слов, а если есть парни, у которых тоже есть такие устройства, то можно не орать, а совершенно спокойно разговаривать. Мало того, вот этот весь шум типа... Ничего этого не слышно. Ты едешь, и фактически у тебя только чистый голос человека. Можешь делать потише, можешь погромче, можешь даже слушать музыку. Вот я, например, ехал и слушал музыку, а когда Павлуха мне что-то говорил, музыка немножко становилась тише, а Павлухин голос появлялся как будто бы издалека и оказывался прямо в моих ушах. Очень крутое, продуманное устройство, которое дает тебе определенную свободу и, главное, не ограничивает тебя, если ты едешь на мотоцикле.